За все, что можно. И нет, я понимаю, легонько шлепнуть ребенка по заднице. Это, наверное, в пределах нормы. Но меня били по лицу, по телу, по ногам, по рукам. Постоянные синяки на коже, вырванные волосы, царапины по всему телу. Вот что она считала нормой. Не домыла кружку, сразу же получила. Мать пришла с работы в плохом настроении, сразу же получила. Она меня даже ударила за то, что я одела задом наперед футболку. Со словами, это плохая примета.